На момент открытия школы в 2013 году в ней обучалось всего 300 спортсменов. В этом году их уже более 700 человек. Как отмечает директор школы Нина Филофеева, потребность в спортивных объектах на территории города-курорта Анапа неуклонно растет. Потому что я вижу, очень много родителей сейчас уделяют внимание детям именно в развитии ребенка, именно в спортивной направленности. Это мы видим потому, как у нас прошел набор. На футбол было 3 человека на место, на художественную гимнастику 6 человек на место бюджетное. С этого года у нас совершенно другие правила отбора. Мы принимаем по тем нормативам, которые у нас есть в федеральных законах. И естественно, что сейчас в школу идут лучшие. «Лучше один раз увидеть» – таким девизом руководствуется администрация школы. Перед гостями выступили волейболисты, спортсменки из команды по хоккею на траве, баскетболисты. Но, безусловно, королевой всех секций выступает художественная гимнастика. Младшие и старшие составы поразили сердца зрителей. Спортивная школа номер 10 является одним из популярных спортивных объектов города. Большие спортивные залы, развитая инфраструктура с современными системами безопасности, оборудование европейского класса вкупе с высококвалифицированным педагогическим составом делает школу известной на весь Краснодарский край. Ведь не зря вот уже много лет подряд на ее территории проходят соревнования всероссийского и международного уровней. Мы очень рады, что нашу школу узнают, любят и хотят заниматься в нашей школе. Наверное, этому послужило то, что мы в прошлом году очень хорошие провели мероприятия на нашей базе, не только нашего уровня городского, но также краевого уровня, всероссийского и даже международного уровня соревнования проводились. Естественно, что очень большая была поддержка администрации города во всех этих мероприятиях. И я думаю, что те 200 человек, которые к нам пришли, это наша будущая надежда, наши будущие чемпионы. У нас даже такой девиз: запиши нашу секцию будущего чемпиона, потому что тренерско-преподавательский состав, который здесь работает, профессионалы своего дела.